Здравствуйте, меня зовут Александр Кашапов. Сегодня мы нашу тему посвятим Мастербанку, точнее, отзыву лицензии у этой кредитной организации. Ну и посмотрим, насколько крепки остальные финучреждения. Гость нашей программы Михаил Брюханов, заместитель председателя гильдии банков, страховщиков и управляющих инвестиционными рисками Московской торгово-промышленной палаты. Также еще наш гость — это Никита Иванович Масленников, советник Института современного развития. Всем добрый день. Добрый день. Что в течение получаса мы дозвонимся до Дмитрия Некрасова, это учредитель фонда поддержки свободных СМИ. Ну, напомню, это будет у нас разговор по телефону. А начну я программу следующим фразой Германа Грефа. Он заявил о том, что мы все критикуем власть за всегда не очень активную позицию, а тут наконец-таки появилась очень активная позиция. Речь идет об отзывах лицензии у банков. И мы снова критикуем, почему так долго не отзывали. Почему это всегда сюрприз, уважаемые гости? Или сюрприз ли это? Может быть, мы считаем, что это все неожиданно, а на самом деле шла борьба, которая просто до СМИ, до вкладчиков, до потребителей не доходила. Что, ну, что происходит? Почему вот я утром встаю, завариваю чашечку кофе, и тут бамс, молния, повестка, сообщение с пометкой молния, бамс, очередной банк лишается лицензии. Ну, я возьмусь прокомментировать, потому что я как бы представляю, с одной стороны, банковский сектор извне, как член торгово-промышленной палаты активный, а с другой стороны, мы являемся аудиторами многих банков и тоже видим ситуацию изнутри. В принципе, то, что это является неожиданностью для обычных обывателей, то есть это нормально, потому что если бы все бы знали бы о том, что какой-то банк вдруг рухнет, или у него будут проблемы, или отозван будет лицензия, то, в принципе, достаточно было бы только объявления о таких намерениях со стороны Банка России, как все вкладчики, все клиенты как бы из банка ушли. Поэтому, в принципе, для непрофессионального сообщества это, конечно, было не новостью. Но в профессиональных кругах мнения по поводу разных всяких событий, связанных с Мастербанком, сходили довольно давно, и как бы про повод Банка Пушкин тоже довольно давно. То есть события были достаточно предсказуемы. Единственное, что никто не мог понять, когда это действительно наступит. Ну и потребители не спешили выводить деньги. Все эти разговоры шли. Ну и потребители это как держали свои вклады, как считали проценты, так и продолжали держать. Что у Пушкина 20 миллиардов, что у мастера 30 миллиардов. То есть это огромная база вкладчиков. Не, у мастера больше, у мастера свыше 47. Посчитали общий объем все-таки депозитов. Это вот 30, это будет страховое возмещение. Угу. То есть это те, которые выше 700 тысяч, и те, да, которые да, придется да, очень да, долго да. изымать. Ну, пока не закончится конкурсное производство. Это может быть и 2 года, и полтора, и год. Ну, кстати, забегая вперед, вот слухи такие. Я хотел бы эти слухи развеять. Поклонники теории заговора говорят уж, что еще один банк, ну максимум еще 2 банка, и все, у АСВ закончатся деньги для выплат. Правда. Вот я тоже говорю, что вот неправда, чистая, а давайте объясним, почему. Чистая неправда, потому что у АСВ на сегодняшний день 230 миллиардов объем страхового фонда. Всего за время его существования было потрачено чуть более 98 миллиардов. Но в этом году уже, по крайней мере, 30, это очевидно. И думаю, что на этом дело не закончится. Будут и другие источники эпизоды. Выполнения. Да, эпизоды будут другие. Ну, вы знаете, вот вы говорили вначале, что неожиданно или ожидаемо. Вот, в принципе, конечно, ну, вопрос был в сроках. То, что у Центрального банка, у регулятора и Мастербанка очень непростая история отношений, еще более непростая отношения у этого банка с МВД и другими ФСБ. Правоохранительными органами. И там и судебные, и уголовные дела были, и подозрения в отмыве денег. И вся эта вот ситуация развивалась последние 2 года, ни шатка, ни валка. А потом, вспомните, уходит бывший председатель Центрального банка Сергей Михайлович Игнатьев и накануне, да, вот практически весь месяц, что не публичное заявление, существует группа вот этих вот нехороших личностей в нашем отечестве, которые занимаются отмывом денег. И мы эту группу примерно знаем и начнем. Ну, был такой месседж, посыл такой. Вот, собственно, новый председатель и начал. И как раз пробили-то по тем, которые, в общем-то, были на слуху у многих членов профессионального сообщества. Другое дело, что, конечно, есть такой вопрос, что, мол, если, ребята, вы знали заранее, что вы начинаете всерьез вот зачистку банковского сектора от недобросовестных, так сказать, структур, то, по крайней мере, давайте тогда подготовимся. А как?
И вот в случае с Мастербанком он показал, что, в общем-то, в принципе, конечно, все делалось достаточно в пожарном режиме, потому что, ну, я, допустим, вот, если, да, раньше в литературной газете, в пор моей молодости, была такая рубрика, если бы я был директором, но если бы я был бы хотя бы там, так сказать, депутатом, да, то я бы, по крайней мере, так сказать, убедил Минфин, прежде всего, который от имени Центрального банка вносит разного рода законодательные инициативы, что надо все-таки страховое возмещение поднять до миллиона, о чем говорили без конца. А уж после этого заниматься этой операцией. И второе, ну, надо было предвидеть, что ситуация в процессинге будет вот столь критична. Правда, сейчас более-менее разрулили, но, тем не менее, все банки, которые находились в отношениях с Мастером, а Мастер был спонсор по картам Visa и MasterCard, то им же сейчас приходится вносить в Сбер обеспечение. Там нет технологических проблем, но это дополнительная финансовая нагрузка. Я думаю, что такие вещи, наверное, все-таки можно было бы предвидеть и несколько сгладить ситуацию. А в целом, я полагаю, что у Центрального банка, у нашего теперь финансового мегарегулятора, было достаточно оснований, чтобы вот так вот разобраться. Ну, если тогда не брать вот этот момент с процессингом, о котором мы еще поговорим, то стоило бы, пока не решить этот вопрос, нужно было отложить отзыв лицензии, или здесь уже нельзя было ждать? Это, я думаю, что здесь, видимо, были какие-то обстоятельства, о которых, скорее всего, может быть, узнаем там к концу года, но, собственно, такие решения, ведь, насколько я понимаю и знаю опыт работы нашего регулятора, они все-таки принимаются достаточно взвешенно. Если уж вот он случается вот так вот, и входит при силовой поддержке, так сказать, в главный офис, значит, уже что-то ждать нельзя было. Ну и тем более, что признак-то был налицо. Если у вас отрицательный капитал в 2 миллиарда рублей и 20 миллиардов выдано аффилированному, значит, все, деньги потекли. Значит, на самом деле, это сигнал для любого проверяющего. Ну, коллега, ну, Михаил, он как аудитор профессиональный скажет, но это уж критерий того, что дальше пошла растащиловка, грубо говоря. Поэтому надо пресекать. Ну, видимо, вот где-то вот что-то все это вместе сработало. А уже потом, ну, конечно, такой вот закон о страховом повышении страхового возмещения надо принимать было в первую сессию, когда, собственно, и все поняли, что принято политическое решение, а поняли это в начале года. Но тебе прошел год, и до сих еще пор... Еще до назначения Эльвиры Набиуллиной. Ну, конечно же. Здесь нужно еще обязательно отметить то, что обычно вклады больше 700 тысяч рублей в банке держат люди, во-первых, довольно как бы обеспеченно, а во-вторых, как бы, которые имеют некую уверенность в том, что банк не рухнет. Поэтому, как правило, всегда существует перед отзывом лицензии некий как бы оток вкладов связанных сторон. Еще как бы нельзя... Инсайт? Запускается определенный инсайт, и люди дробят крупные вклады? Ну, как правило, когда люди... Редко бывает дробление крупных вкладов, но обычно, когда в банке держатся крупные суммы, то есть некое доверие между менеджментом банка и вкладчиком, потому что вкладчик не понесет крупные суммы в банк, если у него нет доверия к менеджменту. И какой-то инсайт, какой-то нестабильность, всегда эта информация присутствует вот на уровне как бы внутреннего как бы общения, несмотря на то, что как бы это не разрешено, но как бы все равно люди как бы общаются, и по русской традиции часто как бы все это происходит. Ну как не разрешено? Вот себе 700 тысяч, у тебя есть миллион, делай всегда два вклада. До 700 тысяч и, ну, 300. Законная лазейка. Да, с другой стороны, еще тоже надо отметить, что Мастербанк судился долго с Центральным банком, что, в принципе, нетипично для российских банков. То есть они активно вели судебную борьбу с Центральным банком, и в том числе... По мелочам, если честно. 50 тысяч рублей штраф за водительское удостоверение вместо паспорта. 149 миллионов рублей за дачный некоммерческий... кооператив, да, до начисления. Ну, до начисления резервов у них было достаточно существенно в ходе как бы последней проверки Банка России. Они судебно в том числе и этот вопрос отспаривали. Ну, и, как бы, собственно, я думаю, что в такой как бы манере борьбы как бы они не преуспели. Все-таки результат всем виден. Понятно. Вот. Мы, к сожалению, вынуждены прерваться. К сожалению, у нас блок новостей, возможно, там что-то свежее и интересное. Напоминаю, что гость нашей программы — это Никита Масленников, Совет Института Современного Развития, и еще один гость, эксперт Михаил Брюханов, партнер аудиторской компании Inform Audit Service. Мы еще поговорим в ближайших трех четвертях программы «Парадокс». Она посвящена отзывам лицензий у кредитных организаций России.
Итак, мы продолжаем нашу программу, которая посвящена отзывам лицензий у российских кредитных организаций. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, если у вас есть какой-то вопрос, или попишите нам на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов заявил о том, что отзыв лицензии является самым заметным для общества процессом, я цитирую, но не единственным и самым крайним способом работы с банками, когда другие исчерпаны. Вот он особо не распространялся о средствах, которые исчерпаны и которые не доносятся до СМИ, до потребителей, до вкладчиков. А что это могут быть за средства, по вашему мнению? Обычно Центральный банк тесно работает с банками. Вот мы, поскольку как бы, работаем с компаниями страховой отрасли, с банками, то я могу сказать, что серьезно отличается надзор банковский в лучшую сторону от того, как бы, который присущ другим отраслям. То есть в Центральном банке существует институт кураторства, и куратор всегда как бы, находится в курсе основных как бы, проблем банка, может запросить какую-то информацию. И считается правилом хорошего тона, сложился определенный этикет в банковской сфере для того, чтобы общаться доверительно с Банком России, отвечая на все поступающие запросы. Поэтому мер у регулятора довольно много, начиная от просто увещевательных бесед, писем, кончая предписаниями, ну и самая крайняя мера – это отзыв лицензии. Работа Банком России проводится регулярно, вот со всеми банками, которые являются нашими клиентами, мы эту работу активно чувствуем и часто помогаем банкам формировать какие-то обоснованные ответы, если как бы не хватает профессионализма сотрудников внутренних. Ну, между предписаниями, они, как правило, делаются от зачисления резервов, банковских провизий. И отзывом лицензии есть еще несколько, так сказать, промежуточных состояний, когда регулятор, вмешиваясь в деятельность банка, уже оперативно ограничивает его как бы дееспособность, ну, вплоть до прямого запрета вести определенные операции, например, принимать вклады от населения. Такие случаи достаточно регулярные. Ну, вот, объявили, месяцев 6 он не принимает деньги, отчитался, что более-менее у него все стало нормально, что норматив достаточно части капитала он выполняет, приподнял, ему опять разрешают. У нас... И такие вещи, они проходят практически ежедневно и совершенно спокойно. Ну, то есть Михаил Сухов вполне прав, сказав, что работа идется, усиленная, регулярная, интенсивная, просто мы не всегда об этом узнаем и слышим. Ну, собственно, это, знаете, это продолжение поговорки, что большие деньги не любят суеты, и они как бы... Большие деньги любят тишину. Да, и требуют внимательного к ним отношения в тишине. Ну, поэтому иногда в таких вот вещах не сообщается. У нас на связи есть эксперт, это директор по маркетингу компании Ubank Евгений Козлов. Евгений, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вот и в банках боязно деньги хранить, и в бумажном виде нельзя. Тоже страшно, что отзовут лицензию банка. Будет ли унифицирован процессинг, чтобы в случае проблемы у одного банка другие финучреждения, ну, скажем так, автоматически брали на себя его функции? Ну, такой вопрос, на самом деле, не самый простой. Дело в том, что каждый банк стремится, чтобы у него был все-таки свой процессинг, выстроенный с, в том числе там, с торговыми точками. То есть я так понимаю, что сейчас проблема именно как раз отчасти стоит с торговыми точками, которые не принимают банковские карты. И здесь мне кажется, что пока такой механизм очень сложно будет применить, унифицированный именно. Ну, а вот такая ситуация вот с Мастербанком, она особенно проявилась. Люди за границей привыкли к тому, что не нужно в бумажнике таскать большую сумму наличных. Уехали за границу с этой карточкой Мастербанка, и тут бамс, пока они были в отпуске, у него отзывают лицензию, они идут отовариваться, а магазины не принимают деньги, точнее, не могут провести платеж. Как-то ну, кстати, да, такой проблемой многие столкнулись, действительно, люди, особенно которые были за границей, они столкнулись с невозможностью оплатить. Но мне кажется, здесь традиционно все-таки все это складывается из того, что банки достаточно надежные структуры, и я так понимаю, что в России, например, Центробанк такие инструкции какие-то дополнительные не вводил для банков, чтобы внедрять какой-то сторонний или такой резервный процессинг для держателей карт. Пока такого нет, я так понимаю. Будет появиться ли в будущем, конечно, большой вопрос, но здесь зависит, опять же, от тех структур, которые обеспечивают работоспособность этой системы всей в целом. И я думаю, что, возможно, такое появится в будущем. Ну, а вообще, уже появился. Сбер уже предоставил. Сбер берет, но прошло несколько дней. И что тогда людям делать в этой ситуации? Вот нужно дробить свои вклады и сбережения по разным банкам, по разным карточкам, либо все-таки таскать наличные. Что тогда делать? Вот вы посоветуете, что, Евгений Козлов?
Ну, как правило, смотрите, люди, когда выезжают за границу, то стандартная рекомендация – это взять с собой как минимум двух банковских банков, необходимо брать карты, лучше всего иметь одну кредитную карту с собой, которая необходима на резервный случай, если кончаются средства или недоступен банк, можно всегда ее оплатить и, так сказать, содержать в гроссперииоде без комиссии, потом погасить банку эту задолженность. Ну и, конечно же, наличные по-прежнему, мне кажется, актуальны, хотя уже все меньше и меньше. Можно чеки American Express тоже брать. Кстати, везде, где есть система MasterCard. Ну, помимо чеков, чеки, мне кажется, очень редкий такой платежный инструмент все-таки в России не так часто. Ну, в России, да, но в целом в мире это нормально. А чеки, и, я так понимаю, настолько же редки и не так сильно распространено вот интернет-банковское обслуживание, то есть именно за границей. Ну, интернет-банковские карты — это просто специальные карты для интернета. То есть, в принципе, любой карточкой можно классической расплатиться. Если у вас банк называют лицензию, у вас, да, интернет тоже блокируется. Все отключится, да. Ну и последний вопрос тогда Евгению. Вот ваше мнение, доколе будет продолжаться этот вот отзыв лицензии у банков? И что делать с вкладчиком? Очевидно, что Центробанк запустил какую-то процедуру, там, либо там руководство сменилось, что вполне вероятно, которое, собственно говоря, решило еще раз провести ревизию тех банков, которые находились уже под наблюдением достаточно давно, и тот же Мастербанк, ему выносили все предупреждения, и на рынке достаточно давно ходили слухи о том, что не все так гладко. И тем не менее, я думаю, что это какое-то время будет продолжаться, как долго, трудно предсказать. Большое спасибо. Ну, здесь вопрос еще интересный, связанный с тем, что какова стратегия регулятора, стратегия как бы экономическая в целом в стране в отношении банковского сектора, потому что на нашей памяти она как минимум уже дважды менялась, начиная от стратегии Геращенко, когда мы шли по американскому пути и увеличивали количество банков, насаждая конкуренцию, которая как бы привела к относительному как бы некачеству банковских услуг и как бы большому теневому сектору банковском направлении, кончая как бы текущую стратегию, которая идет на монополизацию рынка, как бы на сокращение количества крупных банков. Но надо не забывать то, что глобализация и такая национализация банковского сектора, она ведет к тому, что часто предприятия, которые находятся в регионах, не могут кредитоваться, потому что они не проходят по требованиям вот формальным как бы крупных банков, и поэтому как бы вот, и особенно болезненно для экономики, когда лицензии отзываются у небольших региональных банков, которые занимаются реально кредитованием реального сектора экономики регионального. Ну, я напомню, что на связи с Финам.ФМ был директор по маркетингу компании Юбэнк Евгений Козлов. А можно ли предположить, что кредитные организации, у которых еще не отозвана лицензия, но которые давно уже под угрозой, под прицелом ЦБ, сейчас начнут исправлять свой бизнес? Ну, в общем, конечно, это предупреждение. И вот этих случаев больше не повторится, таких крупных. Нет, то, что произошло с Пушкиной и... Мастербанком, конечно, это предупреждение, это очень серьезное. Думаю, ну, ребят, пощады не будет, потому что видите, кого мы зацепили, и мы будем идти до конца и очень принципиально поступать, если у нас есть признаки недобросовестного, так сказать, недобросовестного кредитного финансового поведения, вообще недобросовестной деятельности банковской. Насколько это будет широко, ну, напомню, что не так давно, по-моему, дня 2-3 назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина, она сказала, что есть у нас еще кандидаты, немного, но есть. А это, в общем, для, по-моему, всего нормального банковского сообщества сигнал, что ну, они будут продолжать это. Тут ведь еще важно иметь в виду, что в целом, в принципе, наша система банковская достаточно хрупкая. Вот, и проблем системных рисков в ней и без этого немало. И поэтому, мне кажется, что вот еще вот такое ужесточение надзорных функций, такие вот быстрые кинжальные просто операции по наведению порядка, они еще и важны для того, чтобы отсекать вовремя те структуры, которые в случае ухудшения общеэкономической ситуации, не дай бог какого-то, так сказать, там подобия кризиса 8-9 годов, сразу начинают сыпаться. 4 годов. Да. Вы правы. Поэтому здесь вот это еще и упреждающий такая, оздоравливающий, на мой взгляд, оздоравливающий маневр, чтобы, ну, если уж придется столкнуться, как у нас многие аналитики говорят, с локальным банковским кризисом, который продлится недолго и будет не больно, но все равно состоится, то надо заранее вот отсечь те структуры, которые могут его как бы
существенным образом усилить. Но это, знаете... Никита Иванович, тут такой, такой момент, что вот, в том числе и у Мастербанка, у него, в принципе, вся рентабельность бизнеса была построена на неких нелегальных операциях. Ну, совершенно здесь я с вами согласен, но вот я думаю, что все-таки это не компания, это некая стратегическая линия ЦБ, который... Тут вот иногда говорят, что вот одно руководство так себя вело, другое так. Я думаю, что как раз вот здесь вот большое заблуждение, потому что, в принципе, сценарии, технологии были отработаны еще во времена Игнатьева. Но просто так случилось, что ему надо было уходить уже. Любой закон требует, так сказать, его... Третий срок, да, третий срок недопустим. Да, ну и пришел новый руководитель. Но, тем не менее, здесь преемственность и последовательность действий прослеживается очень четко. Это стратегия рынка, стратегия регулятора в работе с банковским сектором. Ну, кстати, о действиях и стратегии непосредственно Эльвиры Сахибзадовны в должности нового главы ЦБ мы поговорим в нашей следующей четверти. Уважаемые радиослушатели, звоните по телефону 65 10 99,6, либо пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы «Парадокс». Напомню, что гостями нашей программы являются Никита Иванович Масленников, советник Института современного развития, и зампредседателя Банковской гильдии Московской торгово-промышленной палаты Михаил Брюханов. Оставайтесь с нами, через пару минут вернемся в студию Финам-ФМ. Итак, мы продолжаем. Напоминаю, наша программа посвящена отзывам лицензий у российских кредитных организаций, в частности, Мастербанка. Недавно вспомним Пушкина. Вообще всего вот за только период правления на должности главы ЦБ Эльвиры Сахибзадовны Набиуллиной за неполный год было отозвано только при Набиуллиной 22 лицензии было отозвано, а всего за неполный год отозвано 25 лицензий. То есть почти все они при Набиуллиной. Можем ли мы говорить о том, что в мире появилась новая железная леди? То есть ее поставили, не зря же именно этого человека выбрали. Ее поставили для таких непопулярных, что уж тут говорить, решений. Нет, ну отзыв лицензии — это всегда непопулярное решение, но тут все-таки я еще раз вернусь к тому, что это не компания какая-то такая специально сделанная, это просто вот, ну, предельное, что ли, выражение того курса на ужесточение надзора и контроля, который Центральный банк выбрал. Причем, ну, смотрите, все-таки с 2014 года мы переходим на стандарты Базеля 3, да, это немножко откладывалось там, но тем не менее, все теперь уже признали. А там один из самых главных элементов — это достаточность капитала. Да, но у, нас у нас последние три года была тенденция не, скажем так, не слишком здоровая, потому что в среднем по сектору, и в том числе по очень многим крупным банкам, норматив достаточности снижался. Михаил? Да, но все, стандарт Базель 3 у нас модифицирован, то есть мы не в чистом виде Базель 3. Не в чистом, конечно. Ну, с вот российской спецификой. А там любая страна принимает на себя в модифицированном виде. Например, вот я помню, что я изумлением прочитал, когда швейцарцы у себя ужесточили. Там норматив минимальный 17,5. То есть это вообще-то запредельное. Такого быть не может. Но тем не менее. Пчелы против меда. Да, да. А у нас, естественно, немножко ниже. Там, ну, все по-разному. Но все равно он будет выше этих самых. Сейчас критические 10. Но, естественно, рекомендация негласная. Ребят, вы давайте подкачивайте. Потому что мало ли чего может случиться. И мы... как раньше помогали, помогать не будем. Это тоже очень важно, потому что ведь вот общее мировое, как бы, поветрие такое в глобальном секторе, в глобальном финансовом секторе, что, ребят, мы вас, жирных котов, спасать больше не будем. Все, лафа закончилась. Ускорьтесь. Да, ускорьтесь. И, уважаемые гости, к нам присоединяется, правда, по телефону, учредитель Фонда поддержки свободных СМИ, координатор Комитета гражданских инициатив по Московской области Дмитрий Некрасов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вот эта вот череда отзывов может повлиять на банковский бизнес? Вообще весь российский бизнес, так как мы завязаны с финансированием через банки, ну и на экономику российскую, что уж тут стесняться? Нет, ну безусловно, конечно, она уже повлияла и на банковский бизнес, и опосредованно и на экономику в целом. То есть моя позиция по отношению к этому вопросу состоит в следующем, что, конечно, ужесточение банковского надзора и наведение порядка в этой сфере – это, в принципе, назревшие давно меры необходимые. С другой стороны, у нас часто все превращается в компанейщину, и к действиям регулятора доверие подрывается тем, что мы постоянно слышим о неких других подспудных причинах тех или иных действий, о каких-то политических вещах, что там
кто-то кого-то крышует и так далее, о переделе рынка, обналичивания. То есть, условно говоря, в принципе, действия происходят в правильном направлении. Безусловно, наша банковская система нуждается там, в увеличении капитала для банков, в каком-то укрупнении, консолидации. И, в общем-то, понятно, что многие банки на самом деле там не соответствуют тем требованиям, которым они должны соответствовать. Однако просто наше государство в целом и регуляторы в банковской сфере в частности, ну, как бы, часто не вызывают доверия своими действиями, их все, ну, именно в силу того, что они часто обусловлены не именно теми мотивами, про которые я сейчас говорил, а какими-то другими частными интересами. И в целом, конечно, вот я сначала сказал про компанию, сейчас видно, что проводится некая компания. Я не уверен, что в текущей макроэкономической ситуации компания такого рода оправдана, потому что, в общем-то, ситуация сейчас не самая хорошая, инвестиции так-так падают, соответственно, экономика стагнирует, непонятно, куда мы скатимся, да, и, соответственно, такая компания в данных условиях, особенно, опять-таки, когда нет доверия в том, что это не игра за передел рынка, а именно реально до конца работа над, ну, как, то, что должно делать государство, а не выяснение как бы отношений различных кланов, да. В условиях отсутствия доверия, да, такая компания, конечно, вызывает некоторые опасения. То есть не нужно кошмарить бизнес российский, и в том числе и банковский? Пока, нет, ну, сейчас. Поймите правильно, конечно, тут надо разделять муки и котлеты. То есть, конечно, ужесточение банковского надзора необходимо. В этом вопросов никаких нет. И в банковской сфере у нас все не замечательно. Просто когда не нужно делать из всего компании, это во-первых, да. Во-вторых, если государство действует исключительно в тех интересах, которые оно декларирует, то это замечательно. Ужесточение контроля – это хорошо. Если в действиях тех или иных регуляторов и там, игроков на административном, скажем так, рынке присутствуют другие интересы, то это не всегда позитивно. Ну, не без этого. Я к тому, что есть мысли о том, что крупные банки посредством решения ЦБ сейчас уничтожают мелких конкурентов. Не без этого. Так же, как вот есть мысль о том, что АСВ вот-вот закончатся деньги, еще 1-2 отзыва, и тогда наши вкладчики, даже у тех, у кого небольшие вклады, могут остаться без возмещения. Здесь, наверное, нужно идти навстречу потребителям и больше информировать, чтобы они не так рисковали. Да, информационная открытость о своих действиях, формирование доверия к своим действиям – это то, чего не достает многим нашим государственным институтам. И в этом плане Центральный банк не является исключением. Уважаемые эксперты, есть ли у вас что добавить? Здесь мне кажется, что важное слово – это не только открытость, но предсказуемость, потому что действия регулятора должны быть предсказуемы и должны быть идентичны для всех игроков рынка, тогда это не будет вызывать ни вопросов, ни каких-то нареканий, потому что, в принципе, любой банк, на самом деле, практически любой, даже включая как бы, Сбербанк, по тем же основаниям, по которым была отозвана лицензия у Мастербанка, можно как бы, серьезно как бы, наказать, потому что банкиры часто ограничены в работе с клиентами, той информацией, которую они от них получают. И как бы грань между умыслом руководства собственников банка в проведении незаконных операций и как бы просто случаем, она как бы крайне тонка. Поэтому регулятор здесь должен какую-то выработать более-менее понятную позицию для того, чтобы принимать решение между отзывом лицензии, санацией банка. Кстати говоря, санация банка уже довольно давно в России не применяется, хотя у регулятора такой механизм тоже как бы существует. Он может передавать на санацию те либо иные кредитные учреждения, их оздоравливать и потом либо продавать, либо как-то еще. Ну, АСВ взяла эти функции. АСВ, да, взяла эти функции. Но, кстати говоря, АСВ это деньги кончаются. Надо не забывать, что собираются в АСВ передать еще функции как бы работы с негосударственными пенсионными фондами, да, то есть фактически страхование вкладов и работу с страховыми организациями. Вот. Но там другие деньги будут переданы. Ну, деньги-то другие, потому что денег теперь будет больше, котел будет больше, поэтому, собственно говоря, потенциал для отзыва лицензии у Банка России тоже как бы больше по всем участникам. То есть, ну, надо сказать, что этот вектор Банк России стал проводить не только в отношении банков, но и в отношении страховых организаций. Все помнят недавний случай с страховой компанией России, которая да, тоже долго теплилась, было там и внешнее управление, и тоже режим как бы, ежедневной отчетности у них был довольно долго у России. Но, тем не менее, в конце концов, сколько веревочки не виться, пришел новый руководитель решительный, да, мегарегулятор. Тут еще будет с негосударственными пенсионными фондами.
с их допуском в систему. Это же тоже теперь. То есть страховщики, банки, теперь пенсионные фонды, какие отрасли еще далее? Нет, ну это совершенно нормально. Нормальная ситуация. Мы финансовые, собственно, Набиуллина пришла под расширение функций. Действительно, у нас получается мегарегулятор. Это не только банковский рынок, это финансовые рынки. А на финансовом рынке действительно все, о ком вы сказали, это правильно. Может быть, могли быть разные конфигурации, вот как эти функции упаковать в один пакет, но решение принято, надо сейчас работать в рамках его. А что касается вот открытости, я думаю, что все-таки, ну, конечно, у каждого свои частные точки зрения, я с уважением отношусь, вот, кто, что коллега сказал, но мне думается, что вот последние месяцы все-таки уровень открытости Центрального банка как-то стал повыше. Потому что каждый день, раза три, по крайней мере, захожу на его сайты. Насчет, кстати, публикации. Дмитрий, вам последний вопрос, чтобы вас вечно не держать на связи. Вот вы как представитель СМИ и защищаете СМИ, разные оценки в тех же средствах массовой информации по поводу грядущих отзывов к лицензию кредитных организаций. От 20 до 100 банков называются. Я не буду перечислять эти названия, потому что все эти банки у вас на слуху. Я не хочу просто плодить панику, тем более ненужную. Вот по вашим оценкам, кто следующий после Мастербанка? Будут ли такие крупные отзывы, там вот 47 миллиардов, Никита Иванович сказал? Либо банки сами сейчас пойдут на то, чтобы сами банкротиться, потому что не у всех у них с рентабельностью будет тогда хорошо, если они будут соблюдать все параметры. Нет, ну я, очевидно, не могу никак предсказать действия Центрального банка и сказать, кто будет следующим, я точно не могу, да? А то, что кто-то сам будет банкротиться и кто-то сам будет, ну, допустим, докапитализироваться или там укрупняться, наверняка будет. Это все само собой, ну, при ужесточении контроля, ужесточении требований там, к капиталу будет происходить. Понятно, сворачивать нормальный бизнес. Естественный процесс. Будут они? Да, то, что СМИ пишут разные вещи, ну, часто это там и какие-то конкурентные и войны, там и СМИ используются в том числе для слива какой-то информации там и так далее. Я не думаю, что стоит верить всему тому, что про все те 100 банков, которые туда попали. Но вот в том, что касается, еще раз повторюсь, все-таки дело не только в Центральном банке, а вообще как бы в нашем государстве, ему не хватает доверия. А вот на финансовых рынках это предельно важно. То есть, грубо говоря, когда у нас очень распространены коррупционные практики и принятие решений исключительно политически мотивированных, вот этот недостаток доверия может породить панику, может достаточно негативно сказаться на всей системе в целом. И вот здесь надо всегда совершенно четко объяснять, действительно не допускать никаких двойных стандартов, ну, как бы, и свою политику, и почему у того-то отняли, а у этого не отняли, ну, и так далее, понимаете. То есть, когда несколько раз кричали «волки-волки», да, в следующий раз доверие все меньше и меньше. К нашему государству в этом плане доверие априори меньше, чем к регуляторам в других странах, я имею в виду развитых, допустим. И поэтому им нужно делать априори больше для того, чтобы не провоцировать панику своими действиями, даже если они оправданы. Большое спасибо. На связи с Финам.ФМ был Дмитрий Некрасов, учредитель фонда поддержки свободных СМИ, координатор комитета гражданских инициатив по Московской области. У нас есть полторы минутки до очередного блока новостей. Уважаемые эксперты, по вашему мнению, банки начнут сами сворачивать свой бизнес? Потому что, опять же, из-за несоответствия рентабельности требованиям они просто будут выходить в минус. Ну вот у нас в компании довольно большая практика M&A, мы работаем с банками и часто сопровождаем сделки по приобретению банков, по докапитализациях. Хочу сказать, что, конечно, я не знаю ни одного владельца банка, который бы принял решение свернуть бизнес, потому что лицензия банка сам по себе — это большой нематериальный актив, дорогой, дорогостоящий. Поэтому, скорее всего, будет процесс обратный. Банки как бы восприняли этот сигнал, стремятся докапитализироваться, стремятся очиститься, стремятся разработать новые правила по противодействию легализации и финансированию терроризма. То есть привести все в соответствие с требованиями регулятора, но просто никто не понимает, кто выживет, кто нет в этой ситуации. Я думаю, что, знаете, вот у нас общая как бы тенденция на всех финансовых рынках, в том числе и на банковском, что все-таки будущее за консолидацией. С объединением. Да. Поглощением, как скоро, крупных, как быстро мелкими. Это пойдет? Это процесс очень такой противоречивый, неоднозначный, потому что, скажем, конечно, 900 банков — это чрезмерно, мы прекрасно понимаем, что из них для страны 700, по крайней мере, это не банки, а нечто, так сказать, трудно понимаемое. Никита Иванович, мы продолжим через блок новостей. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели, звоните по телефону 65 10 99,6.
Итак, мы продолжаем. Никита Иванович начал говорить про консолидацию грядущую, возможно. Да, я просто продолжу. Конечно, с одной стороны, вроде бы чересчур много слабых банков. А с другой стороны, я не могу не согласиться с Михаилом, потому что действительно в регионах очень часто по нормальным как бы критериям, ну, совсем никакие банки играют роль системообразующих и принципиально важны с точки зрения обеспечения кредитного бизнеса. Поэтому здесь у нас вот в силу таких исторических традиций процесс консолидации банковского сектора, конечно, будет выглядеть весьма своеобразно. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки, конечно, вот в ближайшие года полтора-два мы где-нибудь, наверное, до полутора сотен кредитных учреждений. Свернемся? Схлопнемся? Схлопнуться, да. То есть будет один Сбербанк везде? Нет, почему один Сбербанк? Ну, Сбербанк, на самом деле, хотя мы очень часто иногда грешим, говоря, что вот там монополизм, туда-сюда. Сбербанк, на самом деле, один из немногих банков, который работает в жестких рыночных условиях. И, собственно, иногда терпят ощутимые как бы поражения тоже. Тут нельзя. Несмотря на рекордные заявления о прибыли. Несмотря на это, да. Но он выполняет еще важную роль в маркетмейкера и по ставкам, и по депозитным, и по кредитным. Вот. А это держать на себе такой груз, в общем, достаточно тяжело. Ну и кроме того, его подпирают ВТБ-24 и ВТБ-просто, Газпромбанк, все это банки Альфа-банк, с госучастием, не... кроме Альфа, конечно. Ну то есть практически вся первая тридцатка или даже первая сотня, топ-50, это очень серьезные конкуренты. Ведь нельзя сказать, что Сбербанк сегодня доминирует на всех рынках. Нет. Его теснят и в потребительском кредитовании, и в ряде, так сказать, операций с малым и средним бизнесом. Там приходится, так сказать, копеечку трудовую зарабатывать тяжелым трудом. Те, кто теснят Сбербанк, сразу вызывают ассоциацию «Моська, знать она сильна, коль лает на слона». Просто, каждый рынок имеет свою собственную логику. Если люди очень хорошо работают в каком-то узком сегменте, не обязательно ли Сбербанк туда залезать. У меня сейчас вопрос о банках иностранных, которые свернули бизнес в России. HSBC, Barclays, GE Money Bank, ну, многие другие легче назвать иностранные банки, которые остались в России. С чем это связано? Кончился период высокой маржи или опять вот эти вот требования высокие к капиталу, к бизнесу? Ну, здесь надо сказать, что, конечно, маржинальность банковского бизнеса, она оставляет желать лучшего, потому что, в принципе, высока закредитованность потребителей, физических лиц, а как бы хороших корпоративных заемщиков как бы найти крайне сложно. То есть все как бы готовы взять деньги, но не все готовы их отдать. То есть у банка всегда очередь стоит большая среди заемщиков, но нету среди них качественных. Более того, как бы не все, низкий стандарт в стране к прозрачности бизнеса, к качеству отчетности в целом, поэтому банку крайне трудно выдать кредит нормальному заемщику, как бы вот именно рыночному. Поскольку как бы западный банк, который вы перечислили, они, допустим, не имели сильной основы корпоративной и культурной в России, они поэтому не могли здесь найти вот те самые как бы неформальные пути поиска тех качественных заемщиков, тем самым как бы бизнес для них стал совсем здесь незначимый, и они как бы вынуждены были уйти. С другой стороны, возможно, что здесь другая тенденция существует, что проблемы на западных рынках, они привели к тому, что просто довесок в виде необходимости развивать российский рынок для этих банковских структур оказался слишком обременителен, поэтому этот бизнес был закрыт. Но вместе с тем можно видеть примеры западных банков, которые достаточно успешно в России работают. Юникредит, этот Интеза Сан-Паулу, по-моему, даже не чувствует никаких проблем. А сейчас мы вспомним... Даже есть индийский банк каким-то таким еще смешным названием, ICICI. ICICI. Не беру сейчас воспроизвести. Но работает и вполне устойчиво развивается. У меня сейчас вопрос по поводу потребителей. Вспомнили мы о них наконец-то. Вот была заявлена сумма в 700 тысяч рублей. Сейчас что потребителям и вкладчикам делать? Сразу, если, конечно, есть такие крупные вклады свыше 700 тысяч, раздробить вклады под эту планку, и тогда, естественно, рискнуть и пойти на понижение ставки, потому что у тебя вклад становится меньше, либо отдать деньги в управляющую компанию, подписать с ними определенный договор и успокоиться. Пусть они сами дробят, рискуют, следят за инсайдом, держат на зарплате каких-нибудь чиновников, которые будут им шептать: «Через 2 дня отзовут, быстро переводи». Вот что сделать потребителям, у которых есть большие деньги, которые не знают, когда их банк лишится лицензии?
Если деньги чрезмерно большие, то здесь, наверное, какая-то должна быть разумная диверсификация этих накоплений, в том числе в депозиты, управляющая компания. Это во всем мире присутствует. Если человек как бы денег много, то, как правило, он задумывается об их управлении. Здесь без финансовых консультантов в виде управляющей компании не обойтись. А если как бы денег не так много, то можно и, в принципе, их сдержанно где-то хранить в каком-то банке. Михаил, все-таки проблем. Вот миллион рублей — это не такая сумма, которая заставляла бы вкладчика обращаться к услугам private banking или консультанта. Да, конечно, не такая. Там... Все-таки вот речь идет вот у меня... Реально, вот... если у вас 10 миллионов, вы тогда, конечно, без private banking не обойдетесь. А миллион... Ну, это... Да, вот что сделать с миллионом? Просто раздробить 300 плюс 700, либо все-таки пойти, начинать поднимать себя, стимулировать на работу с управляющими компаниями, и пусть они этим занимаются. Причем вклад — это же не панацея. Я бы сказал, да, что вклад, во-первых, не панацея, во-вторых, но дробление — это, в общем, совершенно естественное как бы поведение, да. Но мне думают, что надо все-таки людям сегодня... По-моему, вообще в целом как бы общество подходит к какому рубежу, когда начинается понимать, что вложения надо диверсифицировать в разные продукты, в разные финансовые инструменты. Естественно, при помощи управляющих компаний, там, с участием финансовых консультантов и так далее и тому подобное. Но это надо делать. Потому что, ну, смотрите, есть все-таки накопительное страхование жизни. Полезная штука. Есть различного рода накопительные системы пенсионные, которые не связаны непосредственно вот этими 6% НПФ и так далее. Тоже перспективно. Есть, наконец, через управляющую компанию вложения инвестиции в наш финансовый рынок отечественный, причем там есть и налоговые льготы, уже это все начинает складываться система. Поэтому, если есть деньги и есть ощущение, что ты хочешь вот их вот вложить надолго и подождать, пока прибудут эти самые срочные хорошие проценты, вот, ну, это надо делать, если есть такая возможность. Потому что вложение только чисто в один инструмент и на короткий срок — это всегда очень большой риск. Поэтому здесь, вот, наверное, я бы так рекомендовал делать. Ну, а что касается тех вкладчиков, дождаться надо завтрашнего дня, прежде всего, по Мастербанку, потому что завтра АСВ на своем сайте вывешивает название банка, где вы можете получать компенсацию. Кстати, да, здесь всего три шага. На самом деле все очень просто. Это обратиться в АСВ, написать заявление и получить деньги в кассе. Да, прийти с паспортом, со всеми платежками, со всей своей кредитной историей. Там, это там достаточно большое количество документов. Но, тем не менее, сложности завтра, возникнут у тех, завтра, у кого выше 700. 26 ноября АСВ само сказала, что мы опубликуем на своем сайте и образцы всех вот документов, которые необходимы, и, главное, адрес, фамилия, имя, отчество того банка, который будет заниматься операциями по пострадавшим вкладчикам Мастербанка. Ну, а тем, у кого больше 700 тысяч, тоже не все потеряно? Не все потеряно, надо просто ждать, когда закончится конкурсное производство. Они в нормальной очереди кредиторов, примерно наравне с АСВ. Но надо просто иметь в виду, что практика прошлых вот таких вот санаций, да, она говорит, что, ну, примерно 20% в среднем от первоначальных активов удается, так сказать, вернуть. Поэтому, ну, вот, надо с этим как-то не то чтобы смириться, но иметь в виду. Кроме того, есть еще сейчас в Думе, в Министерстве финансов идут консультации в Центральном банке, и, видимо, будет некая, так сказать, правка закона, который вот регулирует деятельность АСВ, с тем, чтобы пострадавшие вкладчики, у которых больше 700, да, они получали бы в очереди преимущество. То есть они становятся number one, первые, а АСВ уходит на вторую позицию, даже если не на третью. Тогда то есть, действительно, если этот закон, поправка будет принята до конца этого года и заработает, ну, тогда есть шансы, естественно, вернуть деньги и тем, у которых вклады составляли тысяч. Более 700 тысяч. У нас ну и плюс еще, естественно, будем надеяться, что все-таки законодатели примут решение по увеличению суммы страхового возмещения 700 до миллиона или выше. У нас минутка, и два вопроса можно экспресс, оба эксперта, если хотите. В России намерены ограничить наличные расчеты. Как тогда в связи с крушением банков следует быть? И бумажки нельзя, и на счету нельзя хранить. Везде риск потерять.
крупный банк, карта, банковский счет, перечисления. Наверное, диверсификация, диверсификация, диверсификация. Конечно. Интернет-бэнкинг, мобайл-бэнкинг и так далее и тому подобное. Развивайтесь, не ленитесь. Осваивать современные новые, так сказать, технологии. И последний вопрос. В Госдуме предлагают создать черный список неблагонадежных банкиров. Нужно ли это? Не войдут ли в него все? Если список создадут, я думаю, что эти банки сразу рухнут. Ну, я думаю, что в Центральном банке, ну, давайте не называть это не так, но там есть совершенно четкие квалификационные требования, есть свой, свой список, который ограничивает право, так сказать, на занятие таких высоких должностей топ-менеджерами в банках. Там спасибо. Это все уже существует. Отличная программа. Напомню, гостями нашей программы был Никита Иванович Масленников, советник Института современного развития, и Михаил Брюханов, заместитель председателя гильдии банков, страховщиков и управляющих инвестиционными рисками Московской торгово-промышленной палаты.